Что тут? Очередь за колбасой? Я тоже встану. А вот дальше что нужно сделать, чтобы игру пройти? Такого я еще не видел, вот честно. Зайти в папку, появился файл этого слота, которого не существует в игре. Нужно его переименовать. Генерал Апрель на линии. Так, что у нас здесь? You have to stay home. Нужно оставаться дома, не выходить наружу. Окей. Нужно вернуться в комнату. Мама ушла. Но это, конечно, грустная история. Так, что делать дальше? Ходить на Z-действие, я так понимаю, на X. Отмена. На Escape выйти. Наверное, я это не буду нажимать, потому что я столько парился с настройкой OBS, потому что игра очень маленькая. И захватить это нормально, это вообще. Поэтому Escape я, наверное, в драйверах клавиатуру сейчас отключу. А, Escape надо нажать, чтобы закрыть подсказку. Ну, надеюсь, у меня игра не вылетит в этот момент. Так, вроде нормально. Надо вообще-то музыку отключить. Так, отлично, музыка есть. Подходишь к кровати, и есть какие-то инструкции. А, понятно. Та же самая подсказка. Дизлайк. Чему будильнику? Так, ну и что нам надо сделать? Ага, мой дневник. Я так понимаю, ничего нельзя сделать. Угу, окей, окей. О, сложный английский. Не хочу играть в гардероб. Что, разве в гардероб играют? А, несложный английский. Принцесса-вешалка и принц-вешалка. Жили счастливо вместе, окей. Я рад за них, честно. А, так. Я так понимаю, это выход из комнаты твоей. Что дальше? В комнату мамы нельзя входить. Ну ладно. Наверняка хранит там всякие штуки, которые нам еще рано видеть. А, я так понимаю, это туалет. Если мой английский меня не подводит. Так, что у нас здесь есть? Не хочу сюда. Хочу посмотреть, что здесь есть сначала. Гостиная, цветочек, поднять листья и... Ладно, неважно. Какая-то картина ДНК на стене или что это такое? Ворона дома. Вот прочитать ворону, пока ворона... Засунуть ворону в файл. Пожалуй, засуну в файл. А ворона — это сохранялка. Интересная история. Все, ладно, я понял. Что по телеку? Сау показывают. Не хочет смотреть. Ну, понятно. А, кто-то пришел домой. Угу. Сейчас, так, я так понимаю, это нужно не на кухне кого-то встречать. Где у нас выход из дома? Еще один туалет. Сколько много туалетов у них? И кто пришел, кто звонил? Никого нет. А. То есть этот чувак подошел, позвонил и отбежал обратно. Интересно. Я обычно себя так же веду. Это странно. Что странного, я не знаю. Просто странно. О-о-о, глубокая смысловая нагрузка в диалогах. Что заставляет тебя чувствовать странность? Я не уверен, не знаю. Хочешь зайти и поиграть? Нет. В двух словах о том, как я общаюсь с людьми. Так, сегодня никого нет дома, мне скучно. Заходи. Он такой типа, у меня есть кусок торта. Я угощу тебя, окей? Торт. Давай, следуй за мной. Угу. Я бы не заставлял человека на самом-то деле. Бедолага вообще не хотел ко мне идти. Я его загреб. Газета. Сейчас посмотрим, что будет. Эй, дай мне пройти. Хотя на его месте неудивительно, что он не дает мне пройти. Так, мы зашли. И что у нас тут? Угу. Селся на диван. Твой дом
большой, кровать мягкий, ой, диван мягкий и комфортабельный. Хорошо, хорошо, я понял. Во что будем играть? Подожди минуту, я заполню наше соглашение. Ты сидишь здесь, а я принесу торт. А-а-а, как-то странно, конечно, разговаривает. Я-то. Нужно зайти на кухню и принести торт. Так, ну кухня вот здесь, я знаю. Я уже здесь был. Где торт? Надо найти торт. Мусорка воняет. Так, взял торт. Нужно нести обратно. Воу, спасибо тебе. Пожалуйста, чё? Я ж его не пёк сам. Он уже был. Опять кто-то пришел. Окей. Пойдем посмотрим. Надо было вообще челика предупредить, наверное, что я пойду посмотрю, чтобы он не скучал. Ну ладно. Ага, этот тоже позвонил и свалил. Еще и делает вид, что он вообще не звонил. Да. Че ты ищешь? Видел ли ты маленького мальчика с красными волосами? Я ищу его. Да, я его видел. Он в моем доме. Как ты его туда затащил, я пригласил его поиграть. Девочка, позволь мне его увидеть. Ну окей, чё, why not? Ему пора вернуться. Ладно. Интересное ПВП. Окей, он исчез. Вот это поворот. С управлением что-то не то, пальто какое-то. А, вот. Где он? Странно. Он только что сидел на диване и ел. Я не знаю, куда идти. А, он зовет его, типа, ответь, пора идти домой. Тишина. Квадратики. Ты поднялся по лестнице. Так, опять кто-то звонит. Тогда ты можешь идти и найти его. Я пойду наружу и посмотрю, кто пришел. А, ну вот, хоть в этот раз мы хоть предупредили. А то вот не предупредили пацана, а он исчез. Окей, кто там пришел? Я же пиццу не заказывал вроде. Это Иисус, желтоволосый. Какой милый щенок, это чихуахуа. Он милый, да? Как его зовут? Дубидонг. Гавкает. Собака. Где тут собака? Это вот, ну, видимо, да, там, видимо, есть. Поиграй со мной, пошли ко мне в дом. Я один дома, там скучно. Как это один? Мы же целых двух чуваков притащили. Ну ладно. Я очень странный. Это девочка с розовыми волосами какая-то неправильная. Что-то у нее не так пошло в этой жизни. Если ты придешь, будет весело. Давай. Ты, я и Дубидонг. А, даже собаку затащить хочет. Да, поиграй со мной немного. Все в порядке. Он такой типа, окей, но только совсем немного. Спасибо, следуй за мной. Ну окей. Как еще людей нужно будет затащить в дом? Тебе не следовало давать ему входить с тобой. Он не наша цель. Ты нарушил наше соглашение. Что-то страшное. Так, ну и чё? Где все? Где он? Где? Что здесь происходит вообще? А он не пришел. А, заново все повторяется, диалог. Он говорит, похоже, что я тебя не видел. Но у меня чувство, что я тебя знаю. Да, интересно. А, это девушка. Ну, наверное, не надо тащить в дом, если в следующий раз, когда будешь гулять с собакой, не подходи к моему дому, окей? Мне жаль. Я пойду. Собака, уходим. Собака недовольно гавкает. Ну, видимо, it's not like this, это не так. Ну, короче, видимо, нам не нужно эту тянку с собой звать. Судя по тому, что какие-то кто-то недоволен этим фактом. Бррр, что за жуть? Там кто-то кого-то застрелил, судя по звукам. Хана просто. Жутковато. Я не хочу играть на заднем дворе. С самого начала. Никогда типа не хотел. Что-то такое хотела. А чё по лестнице-то как подняться? Ёмас-ёмас. А, вот. Так, кровища на полу. Угу, чувак. Он там пытается этого... Пытается застрелить этого парня мелкого, что ли? Ё-моё. Какой кошмар. Так.
Преследуем негодяя. Ахахахахах. Ну да. Тот спрыгнул с балкона. Что? Ну окей. Мама уходит, оставайся дома. Не выходи наружу. Окей, мама. Так, я не понял, это все? Или что? Типа, игра закончилась, или я не прошел? Может, нам надо этого парня спасти? Не понимаю. Ну окей. Единственное предположение у меня сейчас, только если пойти и затащить эту тянку с собой в дом. Типа, повторить все заново. Сейчас посмотрим, что там надо сделать. Подойти к телеку. Чувак позвонит в дверь. Да-да-да. Блин, даже в такой, типа, игре, даже в такой игре умудряются запихнуть репетативный геймплей. Ну, ё-моё. Так, это мы все уже видели. Давай-давай. По-моему, выбора-то не будет никакого. Окей, все, пошли, чувак. Нам надо затащить тебя в дом, а потом затащить в дом еще тянку с собакой. Зачем, я не знаю, но окей. Посмотрим, что будет. Your home is really big. My brain is really big. Так, холодильник, кусок торта. Возвращаюсь. Угу, кто-то звонит в дверь, окей. Я даже знаю, кто это. Это тянка с собакой. Сейчас пойдем посмотрим. А, нет, это чувак, который должен его убить для начала. Так, тащим его в дом, а потом придет тянка с собак. И мы ее тоже затащим. Интересно, что будет. Так, а, поговори с ним, иди поищи его, я пойду за тянкой с собакой. А, там можно еще другой выбор сделать какой-то. Ну вот, видимо, в следующий ран придется его жать. Сейчас посмотрим. А может, и не придется. Так, тянка с собакой. Шли ко мне домой. Все, тащим ее в дом. Сейчас ее откинет назад, надо будет ее еще раз потащить в дом. Угу. Так, давай. Да-да, ты выглядишь знакомо. Конечно, знакомо, я же только что с тобой разговаривал. Шли ко мне в дом. Я один, мне скучно. Я надеюсь, это не будет повторяться бесконечно. Нам, может, просто придется ее отправить обратно. Но я надеюсь, что это произойдет все-таки сейчас. Ага, ничего не происходит. Ладно, последняя попытка. Ой, жуть какая. Идем в хату. Оставь ее. Ну, ладно, оставь так оставь. Что там, стрелять-то будет кто-нибудь? А, надо... Я понял, надо пойти и сказать ей, чтобы она ушла. Ясно. А потом все по новой, но по-другому. Надо другой диалог, другой выбрать вариант в диалоге. Ё-моё. Окей. А, я не то жамкнул. Господи. Нет, блин. Зайти в дом, выйти обратно, отправить ее отсюда. Вообще можно считать перезаходить уже в игру, потому что полимеры профуканы. Отправить ее отсюда. Все, иди отсюда. До свидули. Я пошел смотреть, как чувака убивают во второй раз уже. Давай. Стреляй. Какой кошмар. Угу. Так, а что, может, сюда можно зайти, чего будет? Нет, ничего не будет. В туалет там зайти, я не знаю, руки помыть. Швабры подтереть, кровищу. Нет, ну ладно. Нет. Рип, чувак. Це грустно. Драма. Ладно, переначало, я так понимаю, сейчас будет. Угу. Давай, мам. Так, надо выбрать правильный вариант в диалоге. С этим чуваком, который стреляет в мелкого. О, отлично. Да-да, конечно.
Надо пойти наружу и поговорить со всеми, кого видим, потому что мама сказала никуда не выходить. Так, давай, чувак. Да-да-да. Давай, чувак, шевели булками. Сейчас я тебя тортиком накормлю. Сейчас все нормально будет. Давай-давай-давай. Даже постараюсь сделать, чтобы тебя никто не застрелил. Тортик. О, да. Я тебе покушать принес, братишка. Ага. Походу, за тобой пришли. Ну что, давай, чувак. Где твой пистолет? Давай уже. Доставай. Расчехляй. Я все о тебе знаю. Угу. Ты-то думал. Я тебя сразу раскусил. Ага. Давай, иди. Нет, стоп. Сейчас нужно правильный вариант диалоги выбрать. Неудивительно, что он спрятался от него. Он же его убить хочет. Так, давай поднимемся вместе. Угу. Ну давай поднимемся. Подожди. Ага. Что-то поменялось. Уже радует. Дверь заперта. Типа, чувак, ты внутри? Ну, конечно, он внутри. Как еще может дверь быть заперта, если тут один? Ответь мне, если ты внутри, время идти домой. Сколько ты еще будешь играть? Злой у него какой-то папаша. Давай возьмем запасной ключ. Хорошая идея, учитывая, что он его сейчас застрелит. Подожди меня. Типа, сорян, что беспокою. Ну, ничего, нормально все. Ты бы еще пистолет убрал, было бы вообще отлично. Идите на кухню, возьмите запасной ключ. Окей. BRB. А, стоп. Может его можно как-то там ударить? Нет? Ладно. Сейчас на кухоньку сгоняю. Почему вообще запасной ключ на кухне? Ну да ладно. Так, мусор. Это не то. Где я его должен взять? А, вот, ключ. Отлично. Тын-тын-тын-тын-тын. Идем с ключом. Что делать-то? Мне кажется, он его сейчас порешит, и все этим закончится. Угу. Ну и что дальше? Не прячься, чувак, выходи. Ну, нужно помочь найти его. Я бы не сильно хотел ему помогать, потому что мне кажется, что сейчас мне потом кровь нужно будет оттирать по своей комнате. А если наволочку замарает, то одеяло вообще хана. Химчистку придется. О, ну вот, он его застрелил. А, нет, стоп. Что? Это не он. Голос снаружи. Это не он? Чё? На полу лужа крови. Так, я уже это видел, но... Вроде этот чувак же его застрелил. Чё за... На полу лужа крови. Это было... Что это было? Пойдем посмотрим, что тут было. Он сам застрелился или чё? Как это могло произойти, чувак? Кто это сделал? Ахаха? Как он это сделал, если он был со мной? Ничего не понимаю. Переначало? Ой. Маман, может, ты не будешь уходить? У меня тут какой-то... Тут у меня тут такое происходит, мам, не уходи, ё-моё. Мама говорит не выходить наружу. Надо было слушать мамку-то. Угу. Я понял, я лезу за прохождением. Так, но в итоге умный один человек написал в Стиме, что нужно после того, короче, как я даю кусок торта этому чуваку, заспамить действие на нем, чтобы появился пункт «Поиграть после обеда». А еще там чувак написал, что нужно как минимум пройти игру типа 3 раза до этого момента, что я как раз и сделал, потому что иначе ее типа нереально пройти, и это прям типа нужно делать, это и есть прохождение. Потому что если типа сохранки это делать, то ничего не получится, как я понял.
С странно, кстати. Ну, интересная механика, мне нравится. Начинает вставлять. Они подогут. Так, давай, чувак. Пойдем. Сейчас тебя тортом накормлю. Где-то я уже это слышал. Я уже говорил тебе, что все нормально будет, да? Давай. Сейчас тортецкого принесу. Засядем аниме смотреть. Нормально все будет. Ты, главное, не унывай. Не бойся, не прячься там ни от кого. Никто же не придет тебя убивать. Спасибо, говорит тебе. Да пожалуйста. Во. Появился новый пункт. Я понял. Давай поиграем. Я отведу тебя в интересное место. Давай поиграем тут. Что за интересное место? Ты знаешь, куда идти? Подожди меня. Сначала я закончу кушать. Ты давай там поторопись. Сейчас придет чувак, застрелит тебя. Алло. Хорошо, пошли. Ну, пошли. Выйти на задний двор. О, май гад. Сюжет набирает обороты. Так, где это место? Я так понимаю, нам... Что, нам надо его спрятать или что? Что не так? Похоже, я слышал, что мой брат меня зовет. О, так это твой брательник? Не-не-не, чувак, давай без брательников. Должно быть, ты ослышался. Ну да, ну прошарило уже. На четвертый раз-то, конечно. Почему я ничего не слышал? Не слышала, она же тян. Правда, я только что слышал. Звучало как много, как будто это мой брат. Звучало. Прекрати говорить ерунду. Давай, следуй за мной. Окей, дерево или что? Что дальше? Почему ты хотела привести меня сюда? Ты хочешь поиграть в прятки? Это прятки, наверное. Они же не в Counter-Strike собираются играть hide and seek. Но мы... У нас недостаточно людей, я так понимаю. Было бы веселее, если бы было больше людей. А, ну да. Так, я не успел прочитать, оно скипнулось. Ну ладно. Мы не будем играть в прятки. Так что, прежде чем мы начнем, ты должен пообещать мне... что ты присоединишься к нам. Это что за иллюминаты? Иллюминати в лице розоволосой маленькой тян. Присоединиться к чему? Стать одним из нас. Так. Но сразу здесь не просто двое. Сначала скажи мне, почему я должен к тебе присоединяться? Ну, знаешь, чувак, когда розоволосая тянка предлагает тебе к ней присоединиться, я бы на твоем месте такие не задавал вопросы. Ну, ладно. Потому что тогда мы можем играть вместе. Гениально. Я, говорит, не совсем понимаю. Да я вот тоже вообще не понимаю. Тебе не нужно понимать. Ну окей. Просто слушай меня, посмотри на меня. Что за жуть? Перейди на мою сторону. Ты что, Дарт Вейдер розоволосый? Что с тобой не так, тянка? Звуки жуткие. Очень хорошо. Что теперь? Я принес то, что тебе нужно. Что это? Мои глаза. Наше соглашение. Еще нет. Я не могу дать это до последнего момента. Это что, петля? Сейчас кто-то вздернется, походу. Я сейчас сдернусь, походу, от такой цветовой гаммы. Ладно. В общем, это не важно. Иди сюда. Что-то типа веревка, это твое предназначение. Короче, тянка хочет, чтобы он повесился, я так понимаю. Жуть какая-то. Что за девочка-садистка? Нет, чувак, остановись. Блин. Я не хочу. Воу. Что здесь произошло? Что за хрень? Я не хочу, я не хочу, я хочу домой. Твой брательник тебя убьет тоже. Поймай его. А вот будет интересно, если оказывается, что это на самом деле мы играем там его брательником, который пытается убить. Это будет интересно. Тебе нужно выбрать ответ. Это то, что твое сердце реально хочет. Неважно, как много раз это повторяется. А, ну да, там на улице-то брательник.
Поэтому он, наверное, туда и не пошел. Поймай его, окей. Ладно, я думаю, на улицу не стоит ухо. Может взять брательника еще в пати и выйти охотиться на мелкого. Тебе не нужно бояться. Я не наврежу тебе. Ну такое, что-то я бы не сильно ей стал верить. Выходи. Идите на кухню и заберите это. Ну, я так понимаю, это речь про ключ. Это, в принципе, очевидно. Ох уж эти игры про путешественников во времени, но мне нравится такой стиль. Ага, запасной ключ пропал. Вот, хек. Стоп, я не могу идти влево. Почему? Вы взяли пушку. Что, простите? Окей. Окей, маленькая девочка с пистолетом идет за парнем. То есть ты как бы в роли брательника на самом деле. Потом окажется, что брат хотел его спасти, а это все глюки или типа того. Он бежит, бац. Я его подстрелил. Sounds good. Очень интересная история. В итоге я его убиваю. Класс. Мама, спаси меня. Чё? При чем тут мать твоя женщина? Господи, что тут происходит вообще? Так, в общем, мрачноватая тема, конечно. Так, я же музыку отключил, что это? Это типа suicide был? Suicide mission? Достижение. Какое-то на китайском. Ничего не понятно. Как и титры. Ну, ничего так. В целом, неплохо. Если это все, конечно. Я сейчас проверю, если это контент. Все по-любому нет. Курсор мигает. Ну, понятно. План провалился. Ага, я же говорил, что это не все. Похоже, мое появление было внезапным. Типа такого что-то. В следующий раз я выберу другой тип появления, который будет более приемлемым для человеческих созданий, существ. Это демонюга какой-то странный. Что это такое? Что за жуть? А, игра закрылась. И вы можете лицезреть прекрасный мой рабочий стол. Что я вычитал, так это то, что вот в конце нам показали какую-то хрень, и там были цифры на полу. Вот надо было их записать. Но я же все записывал на видео, поэтому у меня все записано. Хорошо. А теперь просто, я не знаю, короче, нужно пойти к себе в комнату. Я запустил игру заново. И попрыгать на кровати. И тут должен быть какой-то пункт про дископати или что-то такое. Во. Что это за хоррор-игра? Тебе норм там, тянка? Так, ну, попрыгал я, и чё? Не, погодите, что-то пошло не так в этой жизни. Еще разок. Так.
Нужно много раз попрыгать на кровати. Окей. Должны дать ачивку. Во, ачивку I love disco dancing. Там эта тянка с пиксельными очками. Окей, теперь надо выйти из комнаты. И там будет какая-то фиолетовая зона. Хрен его знает. Сейчас найдем. Не знаю, что за зона, где она. Короче, куда-то надо ввести эти циферы. Так, это туалет, это не то. Комната мамы тоже не то. Угу. А что тогда то? Задний двор? Нет. А, стоп, может это... Может я неправильно прочел? Может это прям в комнате надо что-то делать? Еще посмотрим. Так, часы, дневник, не то пальто, шкаф, вешалки. Подушка, которая напоминает злобный смайлик, точнее недовольный вообще-то, если присмотритесь. Черт, да куда ж вводить этот чертов код? Непонятно. На кухне, может? Ну, по-моему, что-то я не так делаю. В этой жизни. Парень этот пришел, но мне-то он не нужен сейчас. Это туалет. Куда еще? А что-то пошло не так в этой жизни, слушайте. Может, из-за того, что я игру закрыл. Хотя нет, она сама закрылась. И тут вы не поверите, какое решение я нашел. Как я должен был до этого додуматься, что надо поговорить со стеной? Окей. У меня записан код, я его сфотографировал на телефон. 851216. 8. А, вести нельзя. Я понял. 851216. Так. Z. Замечательно, черный экран. Опять начинается. Мама, не уходи. Тут такое происходит. Мне нужен твой ассист. Опять он свалил. Что с ней не так? Я чуть не понял. Вот. Мамку заглючило. Я не могу выйти из дома. Короче. Я... Ну, о, телек можно посмотреть. Прикол. Китайские новости. Тогда нельзя было телек посмотреть. Про это, кстати, нигде не написано в интернете насчет телека. Но это ладно. Че, маман там так и глючит? Да, прикольно. У нее, кстати, лица нет и глаз тоже. А, что нужно сделать? Нужно... О, ворона нет, чтобы сохраниться. Что? Что? Такого не должно быть. Как? Что? Как? О, что происходит? Блин, про это вообще нигде не было написано. Что это такое? Что-то пошло не так. Это какой-то прикол. Что? Почему их тут два? Конечно, тебе странно, потому что ты лежишь мертвый прямо позади меня. Mm.
Жуть какая-то. Ага, он еще... Ну, я так понял, сейчас все будет повторяться. Что-то отца мне не хочется опять все это смотреть, потому что это не то, что нужно сделать, чтобы пройти эту игру. Убийца какой-то появился 13 июля. Мужик, который пробирается в дом, спасается после убийства девушки. Так, чувак, пусти меня, отвали. Я сейчас зайду, если там все будет повторяться, то... Что? Ух, как мамку-то заглючило. Вова, это не то слово. Что? Что здесь происходит вообще? Не может выйти. Мама! Ту-ру-ру-ру-ту-ру. Тебе там норм? О, еще мама. Принесу кусок торта. Ну, что-то мне... Не, ну, можно, конечно, посмотреть, что будет. Ладно, сейчас. Ворона, кстати, нет, который сохраняет игру. Так, кусок торта из холодильника. Просто ради интереса. Вообще... Надо делать не это вроде как. Угу. А, можно... Что? Тут был только один пункт поиграть. Я нажал его, и что произошло? Ладно, пойдем поиграем. Хорошо, пошли. Пойдемте на задний... А если не пойдем не на задний двор? Дорогая, неправильно. Задний двор. Это по направлению за моими булками написано. Я знаю, но... А, ну хорошо, я понял. Не, ну, так, тут то же самое. Ну ладно, наверх так наверх. Вариантов нет, походу. А, это мама, типа, разговаривает или кто? Не знаю. Ну, начинается то же самое, все, я так понимаю. Так, ну, что нам нужно? А если зайти в дом? Ничего не происходит. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим на эти цифры страшные еще раз. И можно уже наконец перейти к концовке. Хотя это вроде был необязательный пункт, вот этот раз прохождение. Так, это я все уже читал. Да-да-да, давай-давай-давай. Угу. Что там по страшным демонюгам? По крепотным сценам с виселицами или как оно там? Петлями на дереве. Это что такое? Как это Ку-клукс-клан черно-белый? Так, хорошо. Нам нужно заставить мальчика повеситься. Классный, конечно, расклад. Чем мой курсор тут мигает? Подойди сюда. Ну давай, посмотрим, что в этот раз произойдет. Понял. Окей. Ну, походу, мы сейчас найдем пистолет, пристрелим его, и все. Будет то же самое. Ух, мамашка-то глючит как. Ух. О, брательник пришел. И я, и это... Клон Тянки пришел. И еще кто-то звонит. Ну, вообще хана. Конкретный сбой в матрице у них там. Если бы я не шарил, я бы подумал, что просто игру глючит конкретно. Неправильное направление. Ладно, ладно, посмотрим, что сейчас будет. Преследую
свою копию вместе с брательником. Что тут? Очередь за колбасой? Ну, я тоже встану. Ну, давай. Та-да. То есть, моя копия идет за запасным ключом, и я тоже иду за запасным ключом, но я найду пистолет, а она найдет запасной ключ. Эй, верни ключ, падла. А, ну, она откроет сейчас, наверное. А я взял пистолет. Я-то знаю, что ключа там нет уже. Она же стерла. Давай, можно всех перестрелять? Когда у меня есть пистолет, мне это нравится. Я бы всех перестрелял, этих гадов. А, ну ладно. Ничего особо не изменилось, да? Так это типа я в другом измерении его застрелил сам, а тогда мы просто видели... Хорошо, а почему тогда брательник смеялся? И вообще этот красноволосый парень — это не парень, а это главная героиня. А брательника как такового нет. Это, наверное, этот демонюга, да? Сверхразум. На сценаристе, так скажем. Нормальный сюжет закрутили, да, пойдет. Так, и чё? Музычка, конечно. Бррр. А, то есть это... В этот раз это не Татьянка, а реально парень был. Она вышла из двери. Чивку какую-то дали. Сейчас посмотрим, что будет после титров. И наворотил тут. Так, что у нас сейчас будет? Ага, игра закрылась. И вы снова лицезреете прекрасную... А вот дальше что нужно сделать, чтобы игру пройти? Такого я еще не видел, вот честно. Нужно зайти в папку с сохраненной игрой. Вот так. Пэм. Пэм-пэм. И здесь, в папке с сохраненной игрой, после всех этих манипуляций, появился файл 13-го слота, которого не существует в игре. Типа там 12 слотов, насколько я понял. И типа нужно его переименовать в 02, и тогда он подгрузится в игре. И вот этот файл теперь, поскольку мы его переименовали во второй из 13-го, которого не существует, вот теперь его можно загрузить через ворону. Кто это делал? Как ты до этого додумался? Ну это вообще просто хананомития. Хорошо. Хорошо. Теперь я иду к вороне. Так, это нафиг. Я иду к вороне. И... Прочитать ворону. Вот. Второй слот. 0707. Загружаемся. Сейчас что-то должно произойти. Достижение разблокировано. Секрет написано. Хорошо. И чё? А, тут ходите, боже. Серьезное заявление. Я думал, это просто вот так. Что за жуть? Белые деревья. Не очень-то страшно выглядит. Вот это существо. Чувак, тебе там нормально? Как будто вылез из аниме, сделанный в бездне. Это вот как она там, лужа.
Что это такое? Что-то злое и страшное. Так, и что? Что дальше? Инструкции. Ну, понятно. Как играть. Что дальше-то? Что-то я сделал с этой штукой. Куда идти? А, я взял что-то, по-моему, в руки. Что этому чуваку надо отдать? Или что? Ага, он исчез. Что-то с ним произошло. Go ahead, иди. Дай мне часть себя. Ну, ладно. Я освобожу тебя. Ё-моё, какой-то прям, не знаю, как будто все, кто зовут. Я не знаю, как это перевести. Больше ничего не разрешено. А, помни. Какой-то мелкий спиногрыз там. А, теперь мы играем спиногрызом. Угу. Отлично. И что теперь? Давай чеши уже. Алтарь? Нет. Значит, в другую сторону, да, надо идти, походу. Тут. Ну давай. О, дверь. Ну ничего себе. И что теперь? Угу. Логотип мигнул. Ага. Короче, по итогу, что я могу сказать? Ничего, такая игра. Если понравился такой формат, мало ли, вдруг. Напиши в комментариях, если больше такого видео хочется. Помни, если не хочешь застрять во временной петле, как герои этой игры, лайк, подписка, колокольчик. Не суициднишься, гарантирую.